Сергиеву посадцам напоминают об опасности коронавируса через громкоговорители. Горожан просят без особой необходимости не покидать квартиры и беречь здоровье, свое и окружающих. Уважаемые жители и гости Подмосковья, в Московской области введен особый режим борьбы с коронавирусом. Не покидайте свои дома без крайней необходимости. Берегите жизнь родных и близких. Их здоровье зависит от вашей дисциплины. Помните, что даже люди без симптомов могут переносить инфекцию. Несоблюдение этих правил влечет административную и уголовную ответственность. 30 марта правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина. При однократном нарушении штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей. При повторном нарушении режима штраф для жителей составит от 150 до 300 тысяч рублей, а для должностных лиц от 300 до 500 тысяч. Эти меры предусмотрены для тех, кто контактировал с носителями вируса, но не перешел на режим самоизоляции.